Прошедшая неделя у самарцев выдалась насыщенной. Кто-то впервые за долгожданный отпуск побывал на пляже. Купалась первый раз в этом году. Холодно, на море лучше. У гостя города Екатерины Самара – малая родина. Девушка признается, что с удовольствием приезжает сюда навестить родителей и не только. Конечно, были события в жизни интересные. Вот с мужем увиделись за месяц первый раз. А мы живем в Краснодаре, приезжаем сюда к родителям раз в год. Когда-то жили здесь. 7 лет уже не живем. Кому-то из самарцев запомнилась поездка в соседний регион. Будет что рассказать друзьям. Мы вернулись из поездки в Башкирию. Очень замечательный край, безумно красивая природа, замечательный воздух. Очень рекомендуем. Ездили в город Белорецк, сплавлялись по реке Белая, гуляли в горах. Очень прям красиво. Кто-то хорошо отметил день рождения. Он день рождения свой отмечал. Отмечали дома с семьей. Все в хорошей обстановке. Очень замечательно, прекрасно. А кто-то посреди насыщенной рабочей недели получил долгожданное приглашение на свадьбу. Неделя удалась очень жаркой, выдалась, запомнилась. Получил от племянника приглашение на свадьбу, в сентябре свадьба. А так, в дворце спорта работаю, проходят соревнования. Вчера начались, готовил лед по керлингу соревнования. А так неделя, в общем-то, насыщенная. Еще она не закончилась. Продолжается. Так что всем хорошего дня и окончания недели хороших выходных. А тем временем впереди самарцев ждут не менее жаркие выходные. Температура воздуха задержится на уровне 30 градусов. Поэтому самое время отправиться с друзьями или родными на пляж или съездить отдохнуть за Волгу. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.